Друзья, добрый день всем. Мы, как всегда, на пляже. Обед. Федотова коса. Здесь для отдых для любителей немного людей. Вот столько людей сегодня на пляжах Азовского моря. Час дня. Мы с Валерой решили пойти посмотреть, где находится вторая база Троя. Второй корпус. Я даже не знаю, как. Троя-2 будем называть так. Сейчас пройдемся по самой базе. Говорят, здесь более лучшие номера. Может, кому-то из вас подойдет такой вид отдыха. На пляже Валера кричит: блин, камеру взяли, палку не взяли. Вот такое сегодня обалденного цвета море. Если честно, море сегодня просто красиво. Я не знаю, как камера передаст, но оно просто такое бирюзовое-бирюзовое. Температура воздуха сегодня 30 градусов. Сейчас замерим температуру воды. Медуз нету сегодня. Сегодня я не знаю, какой день. Какое сегодня число, Валер? Какое число? Сегодня какое? Третье, второе? Я знаю, что сегодня четверг. Четверг, а сами знаете, какое число, потому что понятия не имею в числах. Мы здесь потеряли. Я знаю, что мы на базе отдыха Троя уже две ночи, да, сегодня ночевали? Две ночи, сегодня у нас третья ночь. Море, говорю, изумительное. Медуз вообще нет. А, кстати, и здесь нету комаров. Вот это тоже прикол. Сейчас... Ну, мне кажется, все равно градусов 27. Ни одной. Вчера мы выложили пару роликов, показывали вам, что были медузы. Сегодня мы... Кстати, информация про банкоматы. Сегодня мы с Валерой проехали всю Федотову косу в поисках банкомата. Блин, закончились деньги, в столовку идти. И вообще нигде нету банкомата, так что имейте в виду. Единственные банкоматы — это в Кирилловке, в центре. Заехали к Свете, зашли, у нее там пенек, вот это балдеж. Температура воздуха нереальная. Блин, такая жара, а то зашли, посидели в пенечке, рассказали, как мы живем, сняли денег с карточки. Конечно, в Кирилловке есть большой плюс, что вы, если поселитесь в Кирилловке, там вроде и плюсы, и минусы. Сейчас расскажу про плюсы и про минусы. Плюс Кирилловки в том, что там есть все. Еда на любой вкус. Хотите, сами готовим. Кафешка кафешкой погоняет. Если вам где-то понравится, то я смотрю, люди часто туда и все, не меняют, чтобы они знают, что здесь им подошла еда, чтобы не отравиться и все такое. На Федотовой косе более такой семейный, я заметила, отдых. Меньше молодежи. В основном здесь семейные пары с детьми, со всеми. Но здесь и меньше людей на пляжах. Нет такого столпотворения, как в самой Кирилловке. В общем, чтобы знали про банкоматы, на Федотовой косе даже банкомат в середине, за там какой-то магазин «Мечта», или он закрыт, приватбанковский. В самой Кирилловке сразу же за Радой у них находятся два банкомата и один терминал приватбанка. Все, идем с вами, занырнем. Валерка загорает. Море сегодня изумительное. Вам такой чуть-чуть, знаю, вы любите эффекты присутствия. Главное мне камеру не уронить и не утопить. И по поводу звука, что все пишут. Ребят, мы купили новый ноутбук. И у нас мобильные телефоны Samsung, блин, 7 или 8, я уже не знаю, 8. У нас звук орет на всю, поэтому какой микрофон, я не знаю. У вас просто, наверное, как у меня, у Лизы был старый телефон. И поэтому там звук всегда плохой был. Поэтому это что-то с техникой у вас, конечно. Ну, микрофон бы у нас, во-первых, и есть, а во-вторых, я сейчас, когда делаю ролики, мне нормально слышно. Поэтому просто мы его даже не одеваем. Еще кто-то что-то, блин, сейчас буду вспоминать, пока наша лягушка-старушка меряет. Покатаемся с вами на волнах. Так что медуз в Кирилловке, на Федотовой... А, что заговорила за Свету? Там же отдыхающие были. И мы спросили, говорю, а в Кирилловке сегодня есть медузы? Они говорят, нет, сегодня именно нет. Говорят, странно, куда-то делись. Так что вот такой вот прикол. Мы здесь еще побудем пару дней, а потом не знаю, куда дальше. Куда ехать, понятия не имею. Подскажите кто-нибудь. Так, итак, температура воды сегодня
в Азовском море. Ого, температура воды. Что-то я ж не поверила. Сейчас еще раз занырнем. Я же говорю, 27 градусов. Температура воды в Азовском море сегодня. Тут дальше расскажу. Ливадия, вижу кафешка, еще рядом еще какая-то панамка вроде бы рядышком. Везде перед каждым выходом имеются у всех практически здесь столовые. Ну, я имею в виду вот эти базы, которые наша, трое, и рядом. Кафешки, магазинчик. Приезжают машины, местные продают там черешню, кукурузу вареную. Кстати, кукуруза вареная, вот машина приезжает к нам на базу, 25 гривен. Все соседи хвалят, завтра я возьму, покажу вам. Она какая-то такая прикольная, бело-желтая. Ну, надеюсь, я вас не уроню, хоть себя покажу. О, блин, жара такая, капец. Мы пришли, занырнули, сейчас пойдем. Хочу поесть в этой столовке. Сейчас как раз время обеда. Зашли занырнуть, Валерага. Ну как же ты не покажешь нашим дорогим зрителям такое прекрасное море без медуз? Показываю. Так что мы сейчас быстренько покажем морюшко вам. Кто на море в этом году не едет из-за этого коронавируса. Вонючего коронавируса. По новостям только и передают. Капец, лучше телевизор вообще не смотрите. Я сегодня сама включила с утра новости. Это просто ужас. Я как будто в другой мир попала. Я здесь живу, блин, уже сколько? С 21 июня мы вернулись после Бердянска на Азов. В Кирилловку. Вот это я первый раз включила. Там же просто запугивают людей. Говорят, что в нашей Украине какая-то просто нереальная. Кстати, у нас здесь соблюдаются на косе меры 1.5 метра между шезлонгами. Видите, тут вообще людей нет, поэтому меры тут конкретно соблюдаются. На базе... Ой! На базе обрабатываются. Сегодня выезжали люди, сразу же уборщица со спиртами, со всеми этими, все обрабатывает. Но есть у них тут, конечно, еще такой один маленький минус. С мусорками. Вот это я вам правду говорю. С мусорками на Федотовой косе напряженка. Вот. Хотя на базе трое, вот выходишь с пляжа, стоит одна мусорка маленькая. Ну и просто на самой базе, в конце базы, нужно идти, чтобы выбросить мусор. А так самих мусорок по базе нет. Ну это у нее недостаток. Пока других недостатков я не видела. Вода есть. Свет есть, как говорится, море есть, без медуз. Валера ныряет, ихтиандр. А Анька, как всегда, затрынделась. Еще орала на него. Нафиг, говорю, ты взял камеру, еще и без палочки, говорит. Я сейчас ее или уроню. Как водичка, охлаждает, Валер? Показывает класс. А мы с вами поплаваем еще немножечко. Еще раз всем спасибо за поздравления. Каждый выбирайте себе отдых по цене, по настроению. Кто любит Кирилловку, кто любит Федотку, Пересыпь, потом Степок. Да, и база находится практически уже возле Степка. Это да. А там нам понравилось, было очень чистое море. Получается, здесь вот чем ближе к Степку, море все такое... Красивое, в общем, такой вот вам эффект присутствия. Всем хорошего дня, хорошего настроения. Приезжайте на море. Да, приезжайте на море, чтобы у всех были денежки на морях. Главное, чтобы оздоровиться на целый год, а не угробить свое здоровье. Смотришь, приехали первый день соседи. Музыка, газ, класс. Сегодня тишина полнейшая. Все, приезд отметили. Или 28, или 27. Ну, теплая водичка, теплая.
все, всем пока. Кто на море не поедет, может лайки не ставить. Кто собирается на море, ставим лайки. Не забываем ставить лайки. Всем пока.